присутствие чемпиона стартового биатлона 2017 года. Попёрли. И 41 секунда. Браво! Мы поздравляем всех болельщиков Казахстана. Мы поздравляем тренеров. Мы поздравляем всю Республику Казахстан, которая сейчас смотрит нас в прямом эфире. Ну что ж, братья казахи, мы поздравляем вас от всей души. Второе место вашей Народной Республики. Громче, громче аплодисменты, друзья мои. Команда Китайской Народной Республики продемонстрировала великолепнейший результат в ходе Китайской Народной Республики. Час 46.50. Вы только задумайтесь, отставание от России 16 минут и 6 секунд. Масштаб армейских игр удивлял. От Владивостока до столицы Беларуси Минска, от Санкт-Петербурга до китайского города Гуаншуй. 22 полигона, акватории трех морей, Каспийского, Черного и Японского. 4500 участников. Танкового биатлона в 2017 году стала команда Российской Федерации. Вручается кубок за первое место в танковом биатлоне. The Tank Biathlon First Place Cup. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу. Я бы хотел поздравить всех победителей. Все без исключения, потому что победителями в этих играх являемся все мы, участники этих игр. Безусловно, есть кто-то сильнее, кто-то слабше, но победили мы все. Победили, потому что мы смотрим друг на друга через прицелы, а глаза в глаза. Мы победили, потому что мы вместе после дня соревнований садимся за один стол, вспоминаем и разбираем ошибки, и говорим друг другу хорошие слова. Победили, потому что мы делимся друг с другом всем тем, чего за этот год достигла каждая из наших команд. Победили, потому что только в нашей стране, готовясь к этим соревнованиям, появилось дополнительно более 8000 экипажей, которые хорошо подготовлены, обучены. И дай Бог, чтобы никогда не были нужны. Я поздравляю вас и поздравляю, объявляю третьи международные армейские игры закрытыми.
Спасибо.